Всем привет! Я рада приветствовать вас на моей кухне. Сегодня мы готовим самое полезное и вкусное клубничное мороженое. Если вы так же, как я, любите не сильно сладко, немножко с кислинкой, тогда это ваш рецепт. Я думаю, вам понравится. Но не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал, чтобы у меня было настроение и азарт готовить и придумывать новые блюда. Так, начнем. Здесь у меня 200 грамм сыра из кефира. Мой любимый сыр. Я вот его, видите, только сошла с него сыворотка. Такой красивый и ароматный. Дальше. Вот здесь у меня, посмотрите, водяная баня. И на ней я уже взбила, чтобы нам ускорить наш процесс. 2 желтка и по желанию 20, 30, 40 грамм сахара, как вам хочется. Я взяла 30. 30 грамм сахара. Обязательно, видите, у меня водяная баня. Я взбила, прогрела. По времени это не... Пробуйте, чтобы такой желток хорошо прогрелся. Сыр у меня тоже сейчас комнатной температуры. Мы соединяем наши желтки и сыр. И все аккуратно перемешиваем. И добавляем 200 грамм клубники без сахара, чистая клубничка. Посмотрите, какая красота. Если у вас есть мороженица, это очень хорошо. Тогда вы загружаете, и спокойно у вас все приготовится. Но если также у вас, как у меня, нет мороженицы, рассказываю, что надо сделать. Видите, у нас получилась такая масса очень красивая. Добавим еще немножко клубнички для яркости. Нашу массу в сотейник или в судочек. Как пахнет свежая клубничка. Накрываем пленкой в холодильник на час. Достаем, пробиваем блендером. Опять накрываем пленкой еще на 2 часа в морозилку. Такую процедуру надо провести 3-4 раза, чтобы образовались мелкие кристаллики льда, чтобы оно не застыло у вас одной большой массой. Вот что у нас получилось. Достаем накрытое. Посмотрите на наше варенье. Наше мороженое, может быть, с вареньем клубничным. Посмотрите, какое оно красивое. Попробуем с вами на вкус. Всего тут хватает. Это очень вкусно. Нежно и ароматно. Для подачи, посмотрите, я заморозила внутри, у меня розочка. Выкладываем наше мороженое. Посмотрите, какая это красота. Это красиво, это вкусно и ароматно. Без всяких добавок, без стабилизаторов, без загустителей. Только совершенно натуральные продукты. Это настолько вкусно, что трудно оторваться. Посмотрите, какая масса. Самое главное, не забудьте пробить блендером 3, а лучше 4 раза, через каждые 2 часа. А потом уже поставить в холодильник. Тогда масса будет у вас вот такая красивая. Приятного аппетита!